Вот такая метель метет 14 марта 2020 года. МЧС предупредили, что будет холодно, но вот днем было плюс 8. Мы даже успели и солнышку порадоваться. А тут вот метель метет. Вон что делается. Ладно, надеемся, все растает в ближайшее время. Главное, чтобы есть что надеть и есть куда спрятаться. Всем хорошего вечера.